Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Гитара Мания. И сегодня у нас очередное видео из цикла роликов «Дарю рифы». Если кто-то из вас не знает, что это такое, то это мои личные рифы, которые я придумываю, показываю вам, и я не буду против, если вы будете их использовать в своем творчестве. Ну что ж, друзья, как всегда, риф очень простой, но, как мне кажется, он идеально подойдет на какой-то переход или на какой-то проход между куплетом, припевом или еще какой-то частью песни. Давайте посмотрим, как играется. Медленно играю. Начинается все с квинты по открытой шестой струне, ми, также зажимается пятая струна, второй лад и четвертая струна, второй лад. Два удара по открытой шестой струне с палм-мьютом. Далее идет слайд по пятой струне, то есть это квинта у нас получается ре, пятая струна, пятый лад, четвертая струна, седьмой лад. И слайд до пятой струны, четвертый лад. Четвертая струна, шестой лад. Далее идет один открытый удар по шестой струне с палм-мьютом. И далее идут опять слайды по шестой струне квинта фа диез, соль. То есть это второй лад, шестая струна, пятый лад, четвертая струна. Едем до шестая струна, третий лад, пятая струна. Пятый лад. И так повторяем три раза через палм-мьют по открытой шестой струне. Получается немного как будто бы криво, как будто бы вне ритма. Но на самом деле, если все это сыграть командой, все будет звучать очень и очень мощно. В конце мы завершаем палм-мьютом по открытой шестой струне. Вот этим ударом. Далее мы играем по квинте ми, по открытой. И далее мы уходим на ноту ля диез. Пятая струна первый лад и четвертая струна третий лад. Все очень просто. Давайте я вам сыграю еще раз медленно. Давайте быстро. И не забывайте, когда вы играете квинты от пятой струны, то вы вот этим пальцем глушите шестую струну, чтобы она не звучала. Я вот могу играть по всем струнам, а звучать у меня будет только нужные струны. Пятая и четвертая. То есть вот этим пальцем глушите все, что ниже, а вот этим пальцем глушите в этом случае шестую струну. Ну что ж, друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного, обязательно жмите на колокольчик, если вы не будете нажимать на колокольчик, если вы не нажмете на колокольчик, вы не будете узнавать первыми о выходе новых видео, это обязательно нужно сделать. Огромное спасибо всем моим патронам, кто поддерживает меня на Патреоне, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, на мою страничку в Инстаграме, ссылочки будут в описании под этим видео. На меня зовут Сергей, и это канал Гитар Мания. Всем позитивного настроения. До встречи на Ютубе.